Споры вокруг Кемпиробатского водохранилища решены. Однако на сегодняшний день остался ряд социальных вопросов в близлежащих селах. В частности, строительство социальных объектов, улучшение инфраструктуры, создание фондов развития на местном уровне и не только. Главная проблема из этого числа является строительство школ в селах Алга и Кызылсенер. Без жеринде танышып келген социальных объектлердин жана су Как вы знаете, я лично ознакомился с имеющимися проблемами в селах вокруг Кемпиробада. Решить все вопросы этой местности поручил президент Садырджапаров. В первую очередь мы должны достроить школу номер 4 в селе Алга. Эта школа находится в аварийном состоянии. В начале этого года на ее строительство было выделено 15 миллионов сомов. Строительство началось в начале 2022 года. Школа номер 26 имени Джолдошева в селе Кызылсенер также находится в запущенном состоянии. Насколько мне известно, этой школе было выделено 500 тысяч сомов и готовится ПСД. Вопросы социального характера можно решить в ближайшее время для устранения социального напряжения в последующие годы, считает заместитель председателя кабмина Бакыт Турубаев. В этой связи он поручил соответствующим госорганам усилить работу в данном направлении. Представители Госстроя и Минфина сообщили, что возведение вышеуказанных школ будет совершено уже в следующем году. Школа номер 4 в селе Алга строится. На сегодня завершено 2 этажа. Что касается второй школы, то мы уже завершили проектно-сметную документацию. В январе 2023 года получим заключение экспертизы и проведем тендерную процедуру. Эти объекты были включены в список капитальных вложений. В числе актуальных проблем строительство дамб и шлюзов на реках Куршап и Карадарья. Русло реки Куршап в Узгенском районе из-за отсутствия дамбы расширяется с каждым годом. По этой причине уже было затоплено 5,5 километров сельхозугодий. Для устранения этой проблемы на реке нужно возвести 5,5 километров бетонной дамбы. 1 миллион долларов это, да? Строительство дамбы протяженностью в 1 километр обходится в 1 миллион сомов, а для реки Куршап нам нужно 5,5 миллионов. Более того, нет никаких заявлений или обращений по этому поводу. Для решения этой проблемы нужна документация. Если жители или местные власти обратятся, то мы намерены рассмотреть вопрос комплексным комиссионным составом. Помимо этого, у местной власти Узгенского района имеется целый список социальных задач. Это и трансформация земель, ирригация, незавершенные объекты и не только. Чтобы решить их, власти района составили список всех вопросов и передали руководству страны. Сейчас они внесены в список капитальных вложений. Их финансирование будет рассматриваться Минфином в феврале следующего года. Нам сказали, что вопрос финансирования будет рассматриваться в феврале следующего года. Более того, нам обещали увеличить уставные капиталы фондов развития для решения вопросов на местном уровне. У нас также имеются мелкие проблемы, которые должны решаться на местном уровне. В частности, это улучшение ирригации. Предварительная сумма проектов составит 1,5 миллиарда сомов. Для решения вышеперечисленных задач заместитель председателя кабмина Бакыт Турубаев провел встречу с представителями госорганов. Ответственные госорганы обещали решить их в следующем году. Ахмёр Нурдинова, Чингиз Токторбекулу, ЛТР, Бишкек.